Да, что-то давно не виделись, я уже на Motorsport Expo, и тачка готова. Практически. Сейчас еще одна деталь выйдет, которую просто охуеть. И тачка стоит, еще одна тачка стоит, это машина Гриши, кольцевая. Супер на месте, в новой расклейке приходим, смотрим, фоткаемся. Короче, мы здесь, сука, до воскресенья, блядь. Ладно, давайте кратко, значит, вышло, что здесь происходит. Есть вело, блядь, какая-то зона. Непонятно зачем. Паша Вишневый, наверное, для тебя. Есть, соответственно, автозона. Вот этот весь павильон автозоны. Где стоят вот маслкары, пожалуйста. Миша Крайера со своей Ситройотой. Ситройота Миша Крайера. Вот, что еще нужно для картавого человека? Да, еще одно какое-то чудотворение. И супер, сука, драгстеры. Которые вот, вот так вот они подготовлены. Вот так вот выставлена машина. Класс, да, она как будто мчится сквозь грязную бурю. Дурдом. И, соответственно, мы есть здесь. Здесь есть мы.